Одинцовские депутаты-единороссы поддержали участников школьной спартакиады в горках вторых. Спортивное первенство состоялось на базе местного ФОКа и было посвящено памяти первого директора спортшколы «Горки вторые» Владислава Хайкина. Владислав Яковлевич очень много сил отдавал спорту и работе с подрастающим поколением. Его традиции продолжаются в школе и прививают ребятам любовь к физкультуре, спорту и активному образу жизни, рассказал депутат окружного совета Андрей Степченков. Он добавил, что победителям соревнований помимо медалей и грамот вручили сувениры.